10 лет назад я впервые вышел на большую сцену. С этого момента начались мои музыкальные победы. Мама мной очень гордится. Тогда я сказала ему, что если он хочет чего-то добиться через 10 лет, он должен полностью отдаваться любимому делу и быть лучше остальных. Вот так и Технодом. На протяжении 10 лет компания доказывает, что усердием и любовью к своему делу можно добиться успеха и признания и стать лучшими. Поздравляем!